не добавляет им ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Но за окном на дворе никого. Вас любит и ждет. Все для вас сегодня. Поздравляем! Добрый день! Здравствуйте! И вот и настал миг спортивного КВН. Сегодня у нас все со спортом, все с искусством. Итак, прежде чем мы начнем нашу замечательную спортивную игру под названием «Спортивный КВН», я прошу команды под ваши бурные аплодисменты выйти на сцену. Итак, команда «Вожатых и воспитателей» и команда детей оздоровительного лагеря «Арбитр». По традиции мы начнем это дело с приветствия команд. Первыми это будут делать вот эти вот недавние дети, а сейчас ваши вожатые и воспитатели. Вы пока идите за кулисы. Идите, идите. А вы готовы? Ну тогда команда воспитателей. Thank you.
Итак, мы продолжаем нашу игру «Кто хочет стать Петровым?». И у нас первая несгораемая сумма. Алексей, внимание, вопрос. В каком году Сергей Александрович Петров впервые приехал в лагерь «Орбита»? Варианты ответов. А. В 1381 до нашей эры. Вариант Б. В 1282. Вариант С. В 1789. И вариант Д. В 1987. Я беру подсказку. Звонок другу. Отлично. Алексей, кому будете звонить? Сергею Александровичу Петрову. Алло? Сергей Александрович? Да-да. Это Максим Малкин из Pittsburgh Penguins с программы «Кто хочет стать Петровым» на NBC. У нас играет ваш друг Алексей. Лёха, здорово! Саныч, привет! Здорово! У вас есть 30 секунд. Сергей Саныч, буду краток. В каком году вы приехали работать в детский лагерь «Орбита»? Ой, Лёш, я не помню! Итак, ваше время истекло. Ваш ответ? Ну, думаю, все-таки ответ «Д». Вы уверены, что не в 1381 до нашей эры? Ответ «Д». Это правильный ответ! Ответ «Д». Па-ра-ра-ра-ром! Итак, а у нас следующий участник и вторая несгораемая сумма. С нами играет Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Любимая спортивная игра Сергея Александровича Петрова. Варианты ответов. А. Футбол. Б. Баскетбол. С. Волейбол. Д. Гандбол. А можно 50 на 50? Итак, 50 на 50. Уважаемый компьютер Павел Иванович, уберите, пожалуйста, два неправильных ответа. Итак, остаются А. Футбол, Б. Баскетбол. Можно еще раз 50 на 50? Можно. Итак, варианты. А. Фут, Б. Баскет. Фу ты, блин. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Итак, следующая несгораемая сумма и ваш вопрос. Здоровье в порядке, спасибо! А. Пожалуйста. Б. Не за что. С. Врачам. Д. Зарядки. Я беру помощь болельщиков. Итак, уважаемые болельщики в зале, ответьте на вопрос. Здоровье в порядке, спасибо! Итак, Татьяна, что вы отвечаете? Зарядки. Вы доверяете залу? Да. Этот зал может ошибаться, он редко ходит на зарядку. Редко, они не ошибаются. Ну что ж, а продолжение мы услышим после короткой рекламы. Парарарам. Носите одежду фирмы Adidas, как это делает Сергей Александрович Петров. Парарарам. Итак, Татьяна, вы сказали, здоровье в порядке, спасибо, зарядки. И это правильно. Следующая несгораемая сумма. И с нами играет Иван. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос такой. Первое слово на зарядке, которое говорит Сергей Александрович Петров. Варианты ответа. А. Один. Б. Раз. С. Эраст. И Д. Эраст. Не, ну я точно знаю, по крайней мере, что не Эраст. А вот с остальными надо подумать. Я думаю, раз. Эраст. Вот это, да? Не просто раз, а Эраст. Это правильный ответ, я вас поздравляю. На миллион. Евгения. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Я Евгения. Итак, Евгения, вопрос. Что говорит Сергей Александрович, когда он недоволен результатом? А. Тысяча чертей. Б. Щенок. С. Проклятие. И Д. Ну ты сосиска. А есть подсказки? У вас кончились все подсказки. Вам надо внимательно подумать. Ведь Петров, он очень похож на Роярского. Но я не знаю. Может быть, он говорит «каналья»? Евгения, где вы видите вариант «каналья»? Какой из этих вариантов подходит лучше всего? Не знаю, я уже хочу идти на ужин, поэтому пусть будет сосиска. Ну ты сосиска, Женя! И это правильный ответ! Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Итак, вам достается миллион! Но по правилам нашей сегодняшней игры «Кто хочет стать Петровым?» весь миллион идет в фонд юбиляра! Воспитателей, название и девиз еще с вас. Наша команда «Кто
этой речевкой они поприветствовали и жюри, и зрителей, и болельщиков. А теперь настала очередь второй команды со своим девизом, названием и приветствием. Готовы? Да. Музыка готова? Да. А болельщики, зрители готовы? Да. Они сейчас выпьют. Значит так, жил-был очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень спортивный Петров. И решил он однажды прорубить окно в орбиту. И было у него 86 мячиков. Мячик. 86-0. Не такой футбол нам не нужен. В орбите. Пошел он на футбольное поле. Выйду ночью в поле с конем. Вышел в поле с шахматным конем. Вышел Петров в чистополе и говорит: «Эх, чистополе, сегодня подметать не буду». А потом сел на пылесос и ускакал. Ускакал в спортзал. Скакал он 3 дня и 3 ночи, пока у него скакалку не отобрали. А что ж вы говорите, спортсмен приходит, а там его уже директор лагеря встречает и кричит: «Слава богу, ты пришел! Мы глотаем валидол! А теперь мы тебя сделаем физкультурником!» Кстати, кто еще не взял у Павла Ивановича эту запись, обязательно зайдите в информ-центр, он вам ее скинет. И он говорит: «Вау, я буду главным физкультурником в этом лагере! Да, 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 да!» И свисток ему дали. Что это такое, думаете? Это будильник в семье Петровых. Под него просыпаются жена, сын и сын, и внук. А почему они просыпаются? Потому что сегодня финал чемпионата мира. Да, в 6 утра. Правильно, а вы в другое время не покажут футбол. Все же считают, что в Сибири вообще футбол не смотрят. Можно его в записи показать. Ладно, я не о том. Итак, привез Петров в орбиту футбол. Прошло еще несколько лет. Трам-дран-тан-дан-дран-тан-дан. И вратарь готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Захотелось ему принести хоккей в лагерь. Он не мог привести в хоккей. Почему? Нет, не поэтому. Просто потому, что летом в орбите нет катка. Тогда он привез настольный хоккей. Всего 6 коробок. А в этих коробках играет еще по 10 хоккеистов. Итого 60. И тогда привез он в лагерь зарядку. Большое человеческое спасибо от всех детей этого лагеря за эти прекрасные 8:40-8:50. С юбилеем, Сергей Александрович! Давай, Петровы, давай, давай! Давай, Петровы, давай, давай! Ура! Какие Сочи? Петровы вперед, пошли, пока не спалились.
Игоря и не Иванов, то тогда получится из тебя Петров. Так, мы посмотрели визитку Тамар. Товарищи вожатые и воспитатели, просьба на сцену. А поскольку у нас конкурс, как и во всяком КВН, должно быть жюри. И сейчас я вам его представлю. Итак, уважаемый жюри, оно уже совещается. Я вас представляю. Итак, сегодня у нас жюри. Максим Иванович Сумин. Заслуженный физкультурный лауреат. Виктор Петрович Юрченко. И главный судья сегодняшнего праздника, главный юбиляр Сергей Александрович Петров. Итак, первый конкурс закончился, сейчас будет второй. Мы его назвали просто «Физкультурная разминка». Просьба команды занять место на старте. Вот тут линия мелом нарисована. Команда вожатых, команда детей. А я пока вынесу небольшой реквизит. Спортивные стулья, специально взятые на прокат в спортзале. Значит, ваша задача будет очень простая. По очереди. Ну, такая веселая эстафета. Значит, капитан, за ним все остальные, должны загнать мяч в ворота. Ворота — это расстояние между ближайшими к вам дужками ног. Загонять вы его будете очень просто. Силой легких. Будете дуть. Ничего мешать не надо, нужно дуть. Итак, кто знает, как это делать? Я. Михаил, покажи. Сильно только не дуй, а то сдуешь стул. Все, хватит. А то не научатся и вас обыграют. А что вы думали? Держи шарик на линию. Итак, чья команда первая прибежит? Подождите, меня сдуешь. Прибежит. Ну, то есть, соответственно, каждый из участников 6 раз пробежит. Выиграла. Но за каждое попадание, жюри смотрит, начисляется дополнительный балл. Согласны? Но задание простое. Если попали в штангу, не судьба. Если промахнулись, бежите за шариком, за трибуны. Там выше ворот, еще хуже воротам. Перепрыгиваешь через ворота и назад. Ваша задача забить и вернуться. Назад мячик берете в руки. Да, гол забили, взяли, положили, следующий ползет. Так, на коленники не взяли? Ну что ж, придется так. Итак, болельщики готовы? Да! А теперь по команде. 3, 2, 1, старт! Эстафета закончилась. Давайте обратно мячи. Мы еще в них в теннис поиграем. Коленки на месте? Ничего страшного, у нас очень много йода в лагере. Замажем. Будем оглашать результаты? Сразу, вот этого конкурса. Еще рано говорят. Сейчас мы следующий конкурс с вами проведем. Сейчас нам понадобятся воздушные шарики. Каждый из участников возьмите себе по одному шарику. Только не рвите их. Нет, они сейчас помогут мне. Сами положат. Возьмите и вот сюда на центр складывайте.
складывайте. Давайте, кучкой. Вот, складывайте. Да? Должно быть ровно 12 шариков. Шарики закончились, идите на исходную. Сейчас я отдам, я сейчас сделаю. Положили аккуратно. Ну что ты мусоришь? Что ты мусоришь? Видишь ты? Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все правильно. Итак. Кто лишний? Кто не умеет до 12 считать? Ты не умеешь считать? Ну пусть лежит. Что вы тут положили в шарики? Все, 12 шариков. Спокойно. Тихо. Муха в рот залетит. Доктор не спасет. Итак, задание следующее. Одному участнику подбегаем к шарику, к любому. Сергей Александрович решил все-таки запнуть подальше. А вот трули. Значит, не будет тут тебе мешать. Значит, так же, как с теннисным шариком, по одному бежите. Но теперь хватайте любой понравившийся вам шарик. Не хватает? Руками нельзя. Подбегайте к шарику и садитесь на него, чтобы он лопнул. Кто быстрее лопнет, тот и победил все свои 6 шаров. Каждый должен из участников лопнуть. По очереди, да? Задание понятно? Да, эстафету передаете рукой, я буду вот здесь смотреть. Понятно? Болельщики готовы? Сейчас будет смертельное шоу. Приготовились. 3, 2, 1, старт! Миша, зачем ты ногой? Не руками. Сесть нужно на него было, а не встать. Не расслышал. Плохо слушал. Итак, вы нам задали чистую победу. Своей 5-й точкой одержала команда вожатых. Аплодисменты. Сейчас дети будут реабилитироваться. Опять волшебный стул. Волшебный, приволшебный. И мне подсказывают... Не жидкий стул, самый настоящий. Волшебная скакалка, на которой скакал Иван Царевич. Я знаю. Волшебная. Кто не верит, может проверить ее. Давайте после отбоя. Сейчас команды разбиваются парами. Да. Да не важно, парами. Первая пара. Вот. Ты и ты. Да, вот так. Один оттуда, один оттуда. Присядьте, удобно? Вот. Включается музыка, вы бегаете вокруг стульев. Музыка останавливается, садитесь на ближайший стул и выдергиваетесь в каталку. Правильно? Все.
Вокруг стульев по кругу бегайте. По-большому. По-большому. Итак, диджей готов? Нет, бегаем по большому кругу. Вокруг. Не вокруг своего. Готовы? Побежали. Следующая пара участников. Так. На стул нужно сесть. Готовы? Давайте музыку. Настоящий джентльмен. Дал шанс. 2-0. Следующая пара. Таня, иди! Таня! Садись. Ухи. Метафизические чулки. Таня! Подожди. Подходи. Ваня еще не бегал. Ух ты! Если что, ему на пятки наступать. Он будет медленно бежать. Готовы? Давайте. Нашей разминки. Вот. Богатыри. Все, садись. Посидели. А теперь в путь. Все, пары закончились. А сейчас у нас с вами будет рекламная пауза. Друзья, специально Красноярская филармония организовала единственный концерт на этой сцене. Вы, кстати, об этом тоже не знали. Не знал даже я. Вот буквально принесли за 3 минуты. Сейчас перед вами выступит группа, я бы сказал, дублирующий состав хора имени Пятницкого, молодежный, с новой композицией. Программа обкатывается впервые. Я попрошу их встретить бурными аплодисментами. Мальчик, перестань.
Деньяр Белединов. В какой команде? Время пошло.
Yes. Итак, третий вопрос. Награда «Золотой мяч» 2008. Чья? Да. Не чья ли награда «Золотой мяч» 2008 года? Кто получил «Золотой мяч» в 2008 году? Кому повезло за столько-то миллионов рублей? Так, время. А, готов. Досрочный ответ. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду. Это правильный ответ. Ну, теперь ваша задача мочить их. Давай, вот это змею. Я. Теперь ты говорил, что будешь переводить. Вам победы не видать. Это шутка. Что означает зеленый кружок в таблице проведения утренней гимнастики? Время пошло. О, досрочный ответ. Хорошо. Ответ слушает песню «Верхи Сидрюшки». Хорошо! Это был выведенный ревизор. Все угадали. Каким видом спорта занимается Виктор Петрович Ющенко, инструктор по физической культуре? Кто это? Виктор Петрович? Виктор Петрович. Так, будете думать? Вы знаете, кто Виктор Петрович? Да. Знаете, хорошо, это не я. Ну, давай. Настольный теннис. Ты ему в глаза смотри. Настольный теннис. Виктор Петрович. Как там звучал вопрос? Каким видом спорта занимается Виктор Петрович? Занимался. О! Занимался. Занимался? Неправильно задали вопрос. Подумай. Уточнили. Каким видом спорта занимался, я так еще уточню. Профессионально, так сказать. На любительском уровне. Ну, давайте, подумайте. Пошли вы шукать. Ответ может быть вполне, так сказать, из области общих знаний. Ну, давайте уже все. Ну, может быть, экзотическим спортом. Да не подъем у тебя, давай. Плавание. Плавание на байдарках и каноэ. Виктор Петрович. Третья попытка предлагаю. Теннис, байдарки ушли. Виктор Петрович, скажите честно. Какой вид спорта был? Этот вид спорта был очень простой. Футбол. Виктор Петрович играл с Сергеем Санчо практически в одной команде. Третий вопрос. Номер на футболке Петрова Сергея Александровича. О! Есть ли номер у Сергея Александровича на футболке? 50! Ну не знаю, так звучит вопрос. Вопрос задан. Это спортивный КВН. А вариант ответа. Как вопрос задали, я перевел. 50! 50! Еще раз скажи. 50! Номер на футболке Петрова Сергея Александровича. 52-й, я думаю. Но размер на футболке же пишут. Нет? Ну, ваш вариант. Вот так поняли, так отвечайте. 10. Итак, 10. Сергей Александрович, говорят 10, у меня 52. О, как. Ну, вы там решите, как вы запишите там вопрос. Понял, в 10-м, а играл по 14-м. Вопросов больше нет? Больше нет. Спасибо. У вас нет больше вопросов? Как? Откуда у вас вопросы? Ну, давайте. Один зададим. Назовите лучшего тренера Европы. Назовите лучшего тренера Европы. Да просто лучший тренер Европы. Там какой? Хосе Рональдиньо. А попробуй догадаться, что нет. Покорин был лучший тренер Европы. Гускинин это тренер. Наш ответ Петров. Петров? Европа? А там Европа, они, блин, Гускинин. Это Жозе Мауриньо. Жозе Мауриньо. Да. Я предлагаю на этом остановиться. Команда поаплодирует. И занять место на старте. Вновь переходим к спортивным эстафетам. Давайте мне вот эту шоколадку. Ну, сейчас будет очень простая эстафета. Напомнит нам о приближающемся ужине. Так, вот вам ложка, вот вам вилка. Кто у вас первый побежит? Все. Итак, эстафета простая. Сейчас я стульчики, да, поставлю. Два, стульчики. Вот так.
И второй стульчик тоже сюда. Просто на время оббегайте стульчик шариком в ложке. Уронили, подняли, положили, дальше побежали. В руках шарик держать нельзя. Задание простое. За линию заступать. Все готовы? Кто первый, тот и победил. Приготовились. 3, 2. Стой, куда пошел? Начали! Дайте ей сюда инвентарь. Верните ложку. Я из нее ел. Запишите этой команде поражение. Украли у ведущего ложку. Следующий конкурс. А, вспомнил. Я вам придумал. В отместку за это вы первыми начнете. Итак, играем парами. Один участник с вашей командой, один с вашей. Занимайте. Подожди, подожди. Вы выставляете сюда, а они смотрят, кого вам выставить. Садитесь. Нормально среди. Друг против друга. Бадминтон. А как нет? Со своей командой? Ну ладно, садись. Вам повезло. Судья поправил, иди обратно. Давай, Михаил, начинай. Бадминтон! Волшебный бадминтон! Стал... Да ладно, не разувайся. Я тут все-таки на сцене. Еще пока. Так, не очень так близко. Ну-ка, слезь. Во, вот так, давай. Нет, ты зал... Шо, стрих. Так, ваша задача не грохнуться и как можно больше набить. Чу-чу-чу. Первый удар не считаем. Начинаем. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, 5. Следующая пара. Хорошо, запомнили. Залазим, скорее, скорее, скорее. Кто умеет? Стулья будете потом сами стирать. Есть. Первый не считаем, второй начинаем. Готовы? Давай. Ну, первый не считается, давай ты теперь попробуй. Отзывай. 6. Хорошо. Результативно, главное. Не 0. 6. И последняя пара. Держи, тебе доверяю. Итак, 6. Готовы? Давай. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, не падаем, 14, 14, как раз как номер у Сергея Александровича. Так, заходим. Ого. А сделаю вот так. Статуя свободы. Готовы? Давай. 1, 2, 3. Ну, не судьба. 3. Давайте следующий. 3. Готовы? Давай. Держись. О, касания не было. Теперь ты подаешь.
4. 5. Повторяю. Молодцы, 5. Последняя пара. Алексей и Ваня. Вам потолок не мешает? Давай, мальчишки, разогреем публику. 6. Ну все, доигрались. Молодцы. А сейчас у нас следующая часть программы. Спасибо, добрый мальчик. Удар. У нас сейчас по программе пантомима. Начинают дети. Команда готова на пантомиму?
А сейчас перед вами выступит очередная заезжая группа. Они выступают без названия. Просто артисты. Нормально сегодня покачались, да? Нормально покачались вообще. Ты говори, тренажер посрыли. Хорошая, у нас тренажер. Раз. Слышь? Слышь, тебе голову потеши, а? Я не дотягиваю, слышь. Я говорю. А я как это сделаю? Да. Хорошо, хорошо. Слышь, Санек, ты как такие брови накачал, а? Я это? Отжимался? Так это ж на трицуху, ты чё? Ну на трицуху, да, в основном. Но немного и на боли попадает. Понятно. Слушай, Сань, ты знаешь, что человек произошел от обезьян? И чё? Ну ты чё ждёшь-то? И чё? Происходи. Короче, наш тренер сказал, в честь 15-летнего нашего дюш... Дюш, это возле туалета? Нет, ДЮШ – это детская юношеская спортивная школа. Ну, и что там с 50-летию ДЮШ? Короче, нам нужно спектакль показать. Либо бременские музыканты, он сказал. Кто? Тренер. Либо накрылась медным тазом ваша качалка. Ну я, конечно, выбрал накрылась медным тазом наша качалка. Молодец. Про нас, про качков. Точно. Но потом он меня убедил. Короче, Саня, ты осел. Не понял. Сань, ты что, обиделся, что ли? Я не обиделся. Я просто хочу понять, кто это. А, осел? Ну, Сань, ну, осел это... Это лошадь, понимаешь, лошадь, только маленькая, как осел. А ты кто будешь? А я трубадур. То есть там еще трубадур был, а я осел? Нет, ну осел реально сильнее, Саня. Я тебе сильно. Ну да. А сюда гурдиш. А там еще вообще роли были, нет? Ну были какие-то пес и коты, но я сказал, наши пацаны никаких пес и котов играть не будут. Но там еще был петух и баба. То есть я со злом нормально попал? Да, и со злом еще нормально попал. Слушай. А что они там делают эти? Как это? Это вообще кто? Бременские музыканты. Они чем занимаются? Ну, Сань, они приезжают в город и работают. Эх! Что делают? Ну, выполняют 8 подходов по 12 раз, понял? О. Только я единственное, Сань, боюсь, как мы скажем Петрухе, что он либо петух, либо баба. Слушай! Он же 180 от груди жмет. Это же весь мой вес. Слушай, что делать? А давай у нас будет 2 осла. Слушай, точно, реально, 2 раза тележка быстрее покатится. Давай. Ты осел, слышь, животное, хватай тележку, поехали. Давай. И не катится, не тяжело. По секрету вам скажу, Александр Сергеевич и Александр Сергеевич. Аплодисменты. Самый главный конкурс, можно сказать, решающий. Конкурс капитанов. На сцену приглашаются капитаны команд. Под ваши бурные аплодисменты. Это Кирилл. Также на сцену приглашается избушка. Избушка, выходи. Пошла избушка, пошла. Куда сегодня избушка не ела? Иди, кому говорят. Уходим все. Настоящий. Я надеюсь, что я стрелял.
конкурс комментариев, стрельба из винтовки по мишенькам. О, Александр, уходи, мы сейчас будем стрелять. Это очень крупная мишень. Никто не выбегает. Судья объясняет правила. Три шарика. Ну, наверное, три выстрела. Да, кто попадет три шарика, тот молодец. Кто три шарика не попадет, тот зеленый огурец. А, да. Еще мы будем засекать время. Сколько секунд? Одна минута? А, чем быстрее вы это дело завершите. Все. Готов? Первыми начинают вожатые. Не дуйте в шарики, а то они улетят. Ты избушку хочешь подстрелить? Не по курим ножкам целишься. В нос из бушки попал. Излечил из бушку от гайморита. Ух ты! Подбил правый глаз. И стала из бушка одноглазой. Избушка, избушка, беги отсюда. Злые они тут. Сейчас мы окажем ей первую медицинскую помощь. Нарисуем ей глаза. Хорошо. 45,6 результат Александра и Михаил. Три пульки, одна винтовка и три шарика. И один еще пока инструктор по спорту уже убегает. Тщательно готовится. Чем? Настоящий? Заряжаем. Дай нос. Воздушно. Вдребезги разнес шар. Интересно. Он медленно убивает. Ты мучитель, Михаил. Он задушил шарик. На 2 секунды больше. Победил Александр. Который нажатый. Итак, сейчас мы проводим конкурс финальный домашнего задания «Спортивный танец». Первыми у нас выходят вожатые. Да. Избушка, пойдем домой. Тебя здесь больше не обидят. Итак, воспитатели вожатые готовы. Один готов, второй готов. Сколько у вас? И третий сейчас выйдет. Вот он, готов. Так, диджей, музыка.
артиста. А готовится у нас команда детей к своему домашнему заданию «Спортивный танец». Встречаем их не менее бурными аплодисментами. Уточняю, миниатюра «Один день из жизни Сергея Александровича Петрова». Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. На одном дворе никого. Всегда очень грустно, белый кораблик уплыл, не вернем. Воспоминаний светлые чувства станет сильнее, чем дольше живешь. И никуда, никуда мне не деться. Спасибо, ребята! Спасибо воспитателям! И
Слово Дмитру Лагерю. От администрации лагеря и от нашего дружного коллектива за многолетний добросовестный труд Сергей Александрович Петров награждается дипломом. С юбилеем!